Всем доброго времени суток, с вами Александр Кадрашов. Мы продолжаем проходить вторую главу Bloodvest. Я просто почему начал с меню, тут внезапно он еще обновился. Было 2.0.0, стало 2.1.0, и появилась в менюшке новая картинка. Поэтому я решил, типа, показать эту красоту. Куда-нибудь на превьюшечку мы ее запихнем обязательно. Поехали, загрузить. Так, хороший вопрос. Какая из них? Вчера? Я вчера играл? Это как это? Я умудрился вчера в нее играть. Почему вчера? Я вчера в нее точно не играл. Я в нее несколько дней уже не играл. Ладно, поехали. Как-то очень странно. Я не играл вчера в нее вообще. Я даже не запускал ее. Я мог бы проверять, может, что-нибудь запускал бы, я смотрел, но я не играл в нее вчера. Ты чё? Игра, ты чё? Точно нет. Я домонтировал «Принца Персии», я его все прошел, смонтировал, перевел. Сейчас заливается на YouTube последняя серия. Так что вот так. Я не знаю, что пока рассказывать, что пока говорить. Я не монтировал еще вот две предыдущие, кстати говоря. Так, я чуть-чуть грузится. Это у нас, между прочим, 12-я серия. Хорошо. Я думал сначала на первую серию второй главы повесить просто вот эту женщину. Ну, я так понимаю, это она же, которая там в начале в хабе у нас. Вот. Я думал, то, что там скриншотики я делал, ее подвесить. А потом смотрю, тут такой арт охуенный. Конечно же, надо его. Вот реально, если они будут потом артбук какой-нибудь в DLC-шках раздавать. Знаете, как бывает, там музыку можно отдельно в Steam купить еще артбуку. То есть, если артбуку не будет, я его куплю. Вот. Если тут игра так долго грузится каждый раз, просто... Главное в ней не паниковать, не начинать тыкать на кнопки, иначе она вылетит. Вот. Кстати, судя по этому кадру, между прочим, это же Виндиган. Может быть, здесь виндиганов нету, потому что эта бабца их всех поперебила? Может, это какой-то сюжетный арт? Или виндиганы будут? Кажется ли музыка? О! Вообще не важно, что он показывает половину, загружен. Похуй вообще. Обновление. Игра Bloodvest обновлена. Вы переносите последнюю посещенную безопасную зону. Окей. А что случилось? Так я и был в последней безопасной зоне. В FPS как был 30, так и остался. Ладно, хуй с ним. Так, что тут у нас? Второстепенное оружие, бла-бла-бла. Кроссбоу, нет. Перевода пока нет. Ну, мало ли, вдруг. Да, поторгуемся с тобой, мать. Что у нас тут есть? У меня есть что продать? Не, я, по-моему, все сделал в прошлой серии, все, что было нужно. Ну, мало ли, игра обновлена, вдруг что... Че вот это такое? Big Caliber Bullets. Патроны большого калибра. Он даже не выделяет, для какого оружия не подходит. Ну, окей. Так, значит, раз, два, да? В принципе, пошли, хуй с ним. Все, отправляемся в форт. Кстати, это хорошо, что он, видите, как, то есть игра обновилась, он ну, конечно, это нормализация, хотел сказать, оптимизация, она, конечно, такая. Ну, конечно, такая. Пойдемте в форт, все. Пора уже по сюжету, в конце концов, двигаться. Наверное, 30 FPS и все, ну и ладно. Причем в меню 60. То есть это не... То есть не то, что, типа, в игре нет вообще. 60 FPS. Сюда, мой хороший. Щемим. Братья, все равно умудряется хотя бы один раз по мне попасть. Где? Ладно, окей.
Ты меня заебал, мужик, извини. Что-то как из жопы все стрелы повытаскиваю, будешь на. Так, здесь есть патроны? Нет патронов. Но все равно все забираем. Стрела, 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 стрела. Ну, честно говоря, арбалетик пока что, ну, так себе. И, наверное, пока имеет... О, а это косточка. Наверное, пока имеет смысл арбалетик оставить, потому что, я считаю, потратил все, что было. Ну, не все, что было, ладно. Но... Ну, блин, а хер знает, он так какой-то... Это, с одной стороны, новая оружка, мне хочется побегать, но так, здорово, мать. Нет, не должен, забирай. Так, ага, все, спасибо. А, блин, будем мы оставлять арбалет или не будем? Жалко, нет кнопочки упорядочить. Это все, мне самому неохота упорядочивать. А что я говорил, за кадром, возможно, сделаю? Что-то с кого-то скажу, заберу, да? А, у меня... А, у меня есть, кстати, у меня же есть дробовичок, да, у меня есть дробовичок. Ладно, давай, если будет тяжко. Вот он, арбалет. А, если будет тяжко, арбалетик вернем. Так, пока патрончики тоже. А пока что походим с дробышом. Так, и поскольку они, по-моему, взаимозаменяемые, так что давай-ка ножик сюда, а дробовик вот сюда. Во. Все, поехали. Что-то как привычно, что на однерку у меня этот... Нет, это на обычные патроны. На однерку все-таки ножик. А на двушку... Опять же, было бы круто, если можно было бы таскать с собой... Ладно, на голове немножко срезан будет. А, местами. Если можно было бы таскать три оружия. Вот если можно было бы таскать три оружия, это было бы вообще заебись. Ну уж, как говорится, как есть. Фу, на тебя. Там второй придурок. Так, наверное, форт надо... Можно, конечно, через пещеру опять. Но там в пещере, скорее всего, все позареспились. Давайте уж пойдем здесь, раз я тут прихожу. Здорово, мужик. Уйди, пожалуйста. Ну, уйди. Стрелок ты наш ворошиловский. Уйди. Что ты такой наглый? Все, он не уходит. Ладно, окей. Посмотри, сейчас начну подбираться к нему со спины, эта тварь начнет ходить. Я так понимаю, он, наверное, слышал, типа, да хорош, как ты меня видишь-то? Не еби мозги, не видишь ты меня. Вот этот цветочек, он прям так выглядит, его прям как будто можно собрать. Он прям вот. Все. Эть, Не. Смотрите, он, кстати, довольно такой, это продвинутый, то есть он не бежит ко мне, а наоборот в сторону от меня, чтобы... Так, мы можем через внутрь пройти, через внутрь, как я это сказал, а можем... Давайте попробуем пойти через внутрь, только не по воде, а вот там. Я помню, там у нас еще есть хижины, где ходили эти алкаши местные, и где на меня собаки заагрились, но это уже... Сейчас, секундочку. Точно ничего не пропустил. А где на меня собаки заагрились, но это уже потом как-нибудь отдельно. Так. Вообще, мне кажется, на самом деле на арбалете здесь много заточено, потому что вот так вот брать и типа опа, прям в башку им. Пожалуй, здесь лучше буду с дробовичком. Оп, 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 стоямба, стоямба. Чё у меня? Ничего у меня. Чё-то как неподготовленный сюда идут. Так. Так, так. Щемим. Угорает он надо мной. Бля.
ты здесь откуда? Однако. Опохмел. Срочно. Ну да, в принципе, наверное, будь у меня арбалет, я бы немножко поизящнее это сделал, но в конце концов, чего бы нет. Так, сейчас сразу. Коктейльчик сюда. Аптечку сюда. О, еще, кстати, коктейль. Да, у этих пацанов коктейль мута. А мне еще послышал, что у него что-то тлеет вроде как. Так, вынуть боеприпасы. Наверное, буду сам вот оружку раскладывать, чтобы все-таки поизящнее было. Ну и заебись, и все, и большая часть. Ага. Что такое? Кто? А, там? Угу. Нет, туда пока не пойду. Вот что музыки новой нет, это прям меня печалит. Так, мужик, стоп, ты меня не видишь. Оп, а меня не видит. Это какой-то предмет или... Да, слушай, это что, огнемет? Это что, огнемет? А, нет, это золотишко. Ну-ка, что за жопная трошка тут убрана? Бля, это уже... Оп-оп-оп-оп, моё. Ну и ладно. Кажется, внизу тут ходит. Окей. Да, кстати, между прочим. Я говорю, на самом деле нихуя они не страшны, эти враги, так что. Как говорится, страшен только страх. Ауф. Ага, еще один. Окей. You fear only the fear itself. Просто надо сначала собрать, что мы там наоставляли. Окей. Угу. Let's put these to good use. Ну что, иди сюда. Тебе пиздарики. Хедшотик. Давай, ладно. Ну, первый раз я промазал. Ой, четыре. Ты что, четыре? Что, дурак, что совсем? Always do with some more bullets. А еще. Кстати, если такой был хохот, это значит, я попал. А, все, у меня кончилось, да? A huge piece of apparatus made by water... А, ну понятно, Holy Spirit. Короче говоря, продать нельзя? This vessel is definitely ready for the Holy Spirit. Продать нельзя. А, возможно, это как раз местная вот, с которыми надо к призраку, к этому, к тотему приходить. О, еще одна петушиная голова. Так, еще раз напомню, что петушиная голова делает. You can teleport... А, ну да. One use only, да? Да. Куда это? Лады. Skin Seeker. Опять же, я вот так вот сделаю, если кто захочет прочитать. Жалко, я первую записку, конечно, проебал. Надо было их оставить, потому что потом выйдет обновление же. А, кстати, вот сохраняшка, да, действительно. Ну, это как-то очень странно, то есть поспать сейчас здесь, это зачем?
Окей. Просто я посплю, здесь же все прореспятся. Нахер мне это надо? Тыгится, ну нафиг такие заходы, я лучше в подвале пересижу. То есть здесь есть безопасные зоны, а есть просто места, где можно поспать, окей. Пацаны здесь рыбу ловят, между прочим. Смотри, этому вообще похуй, да? Он мне это не поворачивается спиной. Какая борзевшая тварь. Кстати, это нихуя не форт, если что. Ну, видите, немножечко, конечно. Коллизии чуть-чуть это. Чуть-чуть того. Так. Капец, 24 FPS. Но здесь все. Ну, по большому счету, надо вот сюда. Ну да, это, наверное, и будет форт. Окей, ладно. Пойдем сначала продадим все, что у меня есть. Бутылка так выглядит, что хочется ее залутать и продать. Главное не забывать, что мы так можем делать. Я не знаю зачем, но просто ну, красивые скриншотики делать опять же. Здорово. Давай поторгуемся. Так, вот это забирай, забирай, забирай. Продать нельзя, окей. Сейчас мы попробуем этому черепу ее впарить. Если можно впарить ее черепу, значит она для этого и нужна. Так, окей. Так, значит, личиночку сюда. Друзья, давай все-таки личинок как-то более-менее... Я помню, что там есть задание на пятерых личинусов, вот чтобы их... Тогда записки тоже будем складывать вот так вот. Ладно, я, наверное, вот что я сделаю за кадром точно, я разгребу вот эти вот завалы. Как-то так более организованно, чтобы оно все было. А это вот нельзя продать, значит, наверное... Петушиную. Ну пусть она, наверное, одна петушиная голова, но только на отдыхе ее можно... Опять же, ее можно юзать только на... Вот написано, on the rest. On rest просто, без the. То есть это можно, поскольку делать только на отдыхе, значит, ну какой смысл мне таскать все это с собой? Блин, может все-таки револьверчик-то взять? Вернуться, так сказать, к стартовому набору, потому что... Арбалет занимал очень дохуя места, а тут... Давайте пока его даже сюда положим. Верни. Дай сюда. Я имел в виду вот так. Так, и так патрончики можем будет эти оставить. Обычные. Давай еще одну пятнашку возьмем. Обычных. А, ну да, F5, чую. Конечно же, F5. Так, можешь помочь? A blessing, yes. You got the gold. Bear shame. Ладно, тогда я не понимаю. Возможно, мы сможем скрафтить какую-нибудь приблуду из этого. Ладно, значит, пока нет. А, так, понимаете, а серебряных у меня сколько всего? Две штуки? А, да, кстати, их вот так. Так куда ты? Надо их вот так сделать. Ладно, окей. Поехали. Теперь, кстати, прям по водичке можно зайти. Да, что это я тупил, ты там залезал, перепрыгивал. Можно было просто по воде чап-чап-чап. Все. Ой, 26 FPS. Какой кошмар. Ну, что делать? Ранний доступ. Кстати, это потом под конец уже нормально работало. То есть там... Ну, там бывало до 50 с чем-то просадки. Просто здесь как бы... А, то здесь можно было на самом деле вот здесь по кустам ховаться. Кстати, я здесь не проверил.
Я вот тут не полазал, может тут что полезного есть. Вот серебряная пластинка. Какого хуя? В смысле? Что-то я нихуя здесь не все обыскал, получается. А как так? Все, понял. Ну, почти все. Что тут у меня? Боеприпасы. Так, запихнуть их некуда. Ну, пусть тут лежат. Сюда можно. Мне бы, в принципе, бинтики, конечно, не помешали. Так, ну-ка напомните, я уже забыл, что личинус дает. Личинус. А, кровотечение меньше дамага наносит, да. Зато мой на 25 и точность на 25 повышает. Нет, прям очень хорошее. Это, наверное, туда же ведет, да? Или здесь просто можно сховаться? Нет, здесь просто можно сховаться. То есть это для стелса такие ходы. Кто? Кто меня слышит? Здесь же никого нет. Там наверху что ли кто-то или что? Там я был, окей. Наверное, тут где-то. Что как раз и там здоровый. Ладно. Так, если можно встать, это значит. Опа. Let's put these to good use. Здесь можно встать, а это значит, что за мной враги тоже смогут пролезть. Это не очень хорошо. Что это такое? Где? Where the hell am I? Так, это сразу сюда. Что-то опять куда-то не туда, по-моему, иду, но... Ага, так, здесь, кстати, уже нельзя, окей. Там можно было куда-то вообще в другое место пройти, получается. А, кстати, можно сделать вот так. Ну здесь хотя бы есть враги, окей. А вот и форт, кстати, прям форт. Угу. Я не буду особо злоупотреблять их этим гостеприимством. Тихо. Чё шляпу нельзя подбирать? Неужели у нас не захотят купить охуенную шляпу? Капец, ты...
Вот эти парни прям пиздец, они проблем доставляют на самом деле. Ты дурак, нет? Let's put these to good use. А почему сейчас патроны не полные были к этому всему? Хм, окей. Причем у меня нож, что довольно серьезный. У меня всякие штуки на скрытные атаки прокачаны. Но этих парней, что-то смотрю, не особо впечатляет. Оп, не особо впечатляет. Угу. Окей. И они здесь еще, кстати, вроде не сбегается половина карты на выстрелы, то есть тут такое. Все равно напряженно, прям напряженно. Так, да, влезет еще один, окей. Выуч. Положить. Опять же, не забываю, конечно, про кусты, но... Кстати, я же, между прочим, не проверил. Вертикальная синхронизация поля зрения, чувствительность обзора, обзор инвертировать, weapon zoom... Weapon zoom мод. А, hold button, toggle button. И все, да? Потому что нажал, он прицелился, нажал, он убрал. Либо держать клавишу. А я думал, может, они, потому что не один я писал, что на самом деле... После сечок, где я не в Дискорде нигде, я разрабом под ролик, под роликами на Ютубе писал про это дело. Про то, что вот у арбалета вот точечка появляется. Вот в демка, ой, в... Ну да, в демо. Там то же самое было и у Огнестрела. И с одной стороны, конечно, это легче, это облегчает задачу, чем вот это вот. Вот, но с другой это легче. Ну, вы поняли. Поэтому. У него прям боковое зрение, все дела. Тоже, кстати, прикольно. Нет. Ты о чем думаешь? Я к тебе туда пойду. Тоже. Че это я из него? Я из него выбил какое-то говнецо, как говорится. Окей. Но. Ну вот веревка с крюком, неужели нам нигде не пригодится веревка с крюком? Калиб. Я буду звать его Калиб. Так. Нахер я вот это оставил. Блять, вот что я хотел убрать отсюда рюкзак. Так, я могу что-нибудь переложить, чтобы у меня влез еще один. Ну хорошо, допустим, я поставлю сюда одну вот эту. Не влезет. Тарелка.
Тарелку можно... Подожди, тарелку сюда. Патроны сюда. Все не влезет. Мне нужно вот, вот, вот такая же еще одна. Так, ща. Окрутить их нельзя. Если как в резиденте можно было бы крутить. По-моему, в резиденте это было. Ну, блин, место-то есть, но не влезает. Печалька. Ладно. В принципе, все равно, наверное, не за один заход, потому что. Если не все еще не все еще. Ой, там не все обыскал и так далее. Так, подожди, я вот так шел. Ну, музыка, что такое? Что-то у них с музыкой у этих, у Hyper Strange прям странно, что в постеле было. Кстати, постел Brain Damage, что если кто не видел. Ну, норм такой, ну, норм. Можем посмотреть. Особенно прохождение мою. Можете поглядеть. Ох, ё. Блядь, форт он какой-то гигантский просто. Оп. Да уж, слишком много этих штук не бывает. Так. Ага, ходит. Ходит зомби. Оп. А, ну это у меня есть. Нихуя себе у тебя башка. А чё это ты такой борзый? Я слышу, что он ходит, да. Так, это получается, у меня тоже не влезет, да? Не, ну хорош, тут уже еще один дробыш. Причем даже... Да, это дробовик уже прям. Да, вот этого уёбнем. Или вот этого сначала. Сейчас не понял. Ой, пардон. Миль пару, молодой человек. Да. Кстати, не помню, была ли такая анимация. Ты серьезно, тут вот так пизданулся. Жаль, еще один же был. Я не помню, была ли такая анимация раньше, но... Он теперь реально, если выстрелил один патрон, он один патрон достает. Же, их троих, что ли, уработал? Нихуя себе. Да. Да, под зубы пока место есть. Все, отлично, поехали. Я ими просто в первой части, в первой главе вообще не пользовался, надо же пользоваться в конце концов. Так, сейчас первым делом-то опять забуду. Продать нельзя, забирать у него. Ты чё? Все-таки он не бесконечный?
Или ты хочешь сказать, что... Сука, его нельзя выкладывать, что? Бля, вы угораете надо мной, да? Он же инвентарь за ним... Это прикол. Спасибо, блядь, большое. Ты сучёныш, а? Тебе он точно не нужен? Может, этот чувак, у которого мы пойдем выручать, что-нибудь понадобится? Блядь, мне... Только я арбалет специально выложил, чтобы он мне не занимал инвентарь, и нате вам, пожалуйста. Гэм. Так, ну подожди, патрончики сюда. Тут сюда. Так, что-то тебе можно прикупить. Давай вот это я возьму. А, аптечка. Сколько сатыгу? Пока... Я вот это все хочу. Ну, 5000, это, конечно, пиздец какая цена. Да, пока что все. Может, топорики попробовать? Хорошо сбалансированный топор. Сколько он стоит? 350 за все. Нет, пока я. Я пока не готов тратить такие деньжища. А, кстати, вот чисто ради интереса. Опять же, у меня сколько их уже? Два. Вот давайте я одну возьму. Вот. Надо же разбираться, как все это работает, правильно? Вдруг это не так работает. Есть, чтобы отдохнуть, он просто отдохнет. Вот просто сейчас мы что-нибудь сделаем. Вот. Ага, голова петуха, я вот ничего не могу с ней сейчас сделать. Окей, давай, нажимайте, чтобы отдохнуть. Вот. You're about to rest. Chicken's head eyes looking at you expectantly. Expect. Ладно. Do you wish to wake up in a at a different place? If you do, you will lose the item in the process. Могу отдохнуть прямо здесь, могу в форте, да. Давай в форт. Сейчас прям посреди кучи врагов. Кстати, я заметил, что на карте кроватка вместо серой стала золотистой. Это значит, что она теперь засчитывается. Так, а что, враги? Ну-ка. Ну да. Блять, почему они такие бессмертные, а? Не знаю, какие-то враги борзые стали, пиздец. Не буду перевязываться. Здесь просто доглядываем, что тут есть. Тут тоже. А, подожди, это. Я ничего не понял, как я сюда попал? Я же до этого заходил в дырку в земле. Он не хочет, кстати, опять слезать. Так, это как получилось-то? Это ровно то же самое место, просто если что. Просто я не понимаю, я могу понять, что я там где-то в кругаря прогулялся, а почему у меня это как-то так... А, все, все, понял. Окей.
Угу. Пиздец, по нему патронов надо. Они реально не были такие борзые. Кстати, у меня патроны почти кончились. С винчестер, ой, точнее, с этими, вот с этой хуйней, конечно, это прям самогонным этим аппаратом. Мне прям понравилось, что его нельзя выкинуть. Там что-то с каким-то уже, по-моему, было с какой-то с одной фигней, что я не мог его выкинуть из инвентаря. Я вот не помню. Вот я не помню, что-то такое, по-моему, было в оригинале. В оригинале, в смысле, в первой главе, вы понимаете. Так, ну-ка, стоим. По патронам 15-15-15 везде. Давай мы это сюда, что ли, поставим. Вот так вот. Это что-то как-то... Хорошо пошло. Ну, конечно, там не пролезет просто. Сейчас. Ну да. Ну, другое дело, хедшот. Но это далеко не всегда получается сейчас. Новый уровень. Отлично. Ты сюда не пройдешь. Так. А что я могу сделать? Враги промахиваются в дальнем бою. Это, кстати, неплохо. Может, просто здоровье себе. Перезарядка огнестрельного оружия ускоряется. Давайте прям по порядку пойдем. Здоровье. Урон в ближнем бою повышается на 200%. А когда меньше 25%. Так, ловкие пальцы. Перезарядка холодного оружия дальнего боя усилились на 25%. А, это арбалет. При прицеливании оружие колеблется на 25% меньше. Неплохо, кстати говоря. Собиратель стрел. Шанс. Угу. 50% эффективной дистанции попадания в голову. Давайте мы возьмем меньше трястись. Да. И вот это вот. Да. Вот так вот. О! Другое дело. Так, пацаны. Он был там. Типа, он все еще там или нет? Ты же мой хороший. А, да-да. Собачка. А, я понял, куда я пришел. Да. Да-да-да. Так я ж сюда ходил. Здесь, по-моему, здесь загорожено, что ли, было. А, или я дошел до лестницы и не пошел по лестнице. А, вон оно что. Вон оно что, Михалыч. Все, понятно. Ну хорошо, сходили, значит. Немножко так эта локация подзагрузилась у меня в голове. Хорошо. Поехали. Револьвер, в принципе, хорош. И этот конкретный вообще. Еще надо заканчивать.
Давайте мы хоть в этой серии, может, мужика-то освободим. Остановись, пожалуйста. Молодой человек, остановись, пожалуйста. Больно. Ну-кась. Я. Да, вы тут с друзьями, смотрю, пришли. Да, видите, второй не палится. Отлично. Ух! Ну какой арбалет так сможет? Да никакой. Чё-то меня мой этот обрезик-то разочаровывает, если честно. А, что там ходит? Так, все. В форте у нас, по-моему, священник, да? Ну, no. I need to find the priest and get him back to the camp. То есть, поскольку его надо будет еще вернуть назад в лагерь, то, соответственно, лучше врагов здесь позачищать. А, еще. Еще куриная голова. Неси, говорю, куриная твоя голова, лимонад. Кто знает, тот знает. Так. Опять же, я с очень большой долей вероятности что-то здесь пропущу. Чего-то не увижу. Ух ты ж, ёп! Нихуя себе встрял. Это я прям встрял. А как так, пацаны? Окей. А ты что здесь забыл? А, у меня закончились обычные патроны, кстати говоря. Не. Серьезно? Опять уже недостаточно места. Голову сюда положу. Все еще недостаточно, это что? Не, ну да, я же в принципе зареспался, так что. Но где-то же здесь бегает ганслингер. Патрончики. Надо про кусты прям не забывать, серьезно. Возможно, они специально сделали с ножами такую фигню. А, ну, типа, что они стали не настолько эффективны, ну, конкретно вот этот нож из первой локации и так далее, чтобы тех, кто прям проходил все на ножах, все-таки побудить как-то... побудить как-то больше огнестрелом пользоваться.
Ну, это типа единственное предположение, которое у меня есть. Что иначе нахуя? Ну ладно, единственное. Ну вы поняли. Же здесь кто-то вроде еще был. Ага. Вот так. У меня есть ключ. Ключ, ключ. Дайте это я в следующий раз. Вас надо запомнить, что здесь ключ. That'll come in handy. Да, мне кажется, мужика-то мы не сейчас спасать будем. Ну, что там у меня? Для зубов еще есть место. Серьезно? Это какие? Это обычные. Реально, все, места нет вообще. Вообще места нет. Так, и у меня. А, я косточку не взял с собой. Какой молодец. Блять, вот это, конечно, бандура в инвентаре, она меня прям раздражает. Ладно, лежи пока здесь. Сейчас надо главное запомнить. Ну ладно, эта серия будет, наверное, совсем длинная. Но поскольку, грубо говоря, здесь открытый мир с бэктрекингом, то... Так, дайте теперь сообразить, как мне вернуться к той части форта. Где водичка? Угу. Интересно, это она? Давай попробуем защемать. Ух, ё. Да, кажется, это она. Я понимаю, где я сейчас окажусь. Сейчас главное выносливость не тратить вообще. Здорово, мать. Щемим. Только я думал, что-то вас не видать давно. Все, щемим, 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 щемим. Отлично. Хорош так кряхтеть-то, ёлопало. Так, значит, что мы сюда перекладываем что-то? Голову перекладываем. Стрелу. Ну, ножик я оставляю, мало ли чё. Здорово. Да я уж почти, я уж прям вот-вот. Я опять же забираю у тебя эти штуки. Они мне прям нужны. Так, зубы, зубы, зубы. Бухло, сигары. Сюда, сюда, сюда. В принципе, мне столько коктейлей Молотова, они по большому счету, мне нахер столько штук, их не надо. Но выкинуть оружие, сами вы понимаете, это как-то... Это как-то. Так, значит, тогда я беру, кладу сюда коктейль раз, коктейль два, коктейль три. А, что я туплю-то, господи. Мать, извини. Я тупанул, да, извини, на. Вот. Вот. Ну вот уже что-то как-то поблагообразнее. У него обычных $6. Давай сюда их. Хотя бы немножечко будет. Все, отлично. Кстати, огненные у меня, да? Я сейчас не буду, опять же, сохраняться, чтобы там не прореспились те, кто есть. Надо их завалить. А что это вы тут тусуетесь? Это очень хорошо, на самом деле, что они здесь тусуются. Это значит, что можно будет заобузить этих пацанов. Заарбузить просто, можно сказать. Оп!
Это прям очень хорошо, что вы сюда все решили. У него, если кто не помнит, у него на морде маска, поэтому ей прям в лицо стрелять очень сложно, ему надо в затылок. Мужик, ты заебал! Либо в них ничего не было, либо я все уже забрал, окей. Так, да, винчестер я забираю, патрончики я забираю. Да у вас тут вроде был дохера. Ладно. Вынуть боеприпасы, дробовичок, фига он место занимает. В таком случае сразу сейчас бежим опять все это продаем. Хорошо, чтобы не забивать. Я надеюсь, что вот эта халабуда, которую я с собой таскаю, поскольку она была рядом со священником, что, возможно, у нас святой отец варит самогон. Почему нет? Я прям с удовольствием бы заторговался с ним. Ну, в смысле, сказал бы, святой отец, забирай нахер это говно. Время-то, между прочим, 58 минут, надо заканчивать. Но я хочу просто в этой серии хотя бы одного какого-нибудь чувака-то уже спасти. Уже только первые задания, это чтобы только втереться к ней в доверие, потом она нам будет еще давать задания. Потому что нам тоже же надо здесь это зло на этих землях уничтожить, чтобы узнать, как это сделать. Надо с ней задружиться. То есть пока что вот третья серия, я только устанавливаю с ней контакт. С этой женщиной. Ты забыл, как ее зовут. Не, сейчас видишь, что я мимо. Сейчас прям. Мне нужны личинусы. По-моему, у меня 4 штуки уже. Было бы, конечно, глупо надеяться, что эти чуваки здесь все абсолютно ушли. Но большая часть. Самое главное, что стрелки сюда убежали. В смысле, отсюда, наоборот. Так, ну, ребят, извините, но этих всех надо зачистить. А то сейчас опять будет момент какой-нибудь. Ну, с одной стороны, вот эти два, они вроде не сильно мешают. А с другой, ну как они не мешают, когда мешают?
Угу. Я почему не трачу динамит, а трачу, если что, коктейли Молотова, потому что коктейли Молотова, они всякие бесполезные абсолютно. Что в оригинале, я помню, тоже там было, что коктейль Молотова как-то, ну так. Извините, я буду косноязычить, говорить в оригинале. Да. Секундочку. Секундочку. Там еще второй и собака. Ну, собака сама по себе, видите, на меня не должна агриться, но поскольку я, типа, агрюсь на ее хозяина, то... Блин, выносливость-то, конечно, в принципе, вообще неплохо. Я знаю, что у меня не полная она сейчас, так далее, и становится довольно быстро. Можно еще прокачать ее. А где он? А. Я бы ни за что не поверил, что я его убил. Собакин, ты не будешь на меня играться? Собакин. Welcome here. Че, серьезно? The freak. Оп! Кустики. Я прячу-то, в общем-то, от того. Ну, другое дело. Собакин. Еще. Угу, собакину похуй. Просто не убив собакина, идти убивать того, на меня сагрится собакин. Бежать впереди к собакину я могу вот. Хотя этот чувак здесь что-то далеко. Ну-ка. Да, покушай, покушай, пока мой хороший. Бум, в голову. Нет. Нет, а чё это у вас нету ничего? Где еще одна? Подожди, две? О. Хоть, ой, это что-то было. Ну, смысле, что, ясно, но... Оп. Они глухие, пиздец. Да хорош, куда ты уходишь? Нифига себе у тебя маршруты. Просто в самый неподходящий момент этот придурок прибежит ко мне сюда, когда я буду идти с этим священником. Священник сдохнет. Я уверен, что священник может, во-первых, сдохнуть, а во-вторых, наверняка здесь может завалить это задание. А мне нельзя заваливать это задание. Здесь по углам пошаримся сейчас быстренько. Только что. О, значки. Ой. Извините. Да.
Да капец, это форт здоровый, это просто пиздец какой-то. Да, они, конечно, тупенькие. Ты чё, там же куст. А чё этот куст не считается? Мне показалось, что он такой дурачелло. Как долго думал. Ну, если он все равно за мной бежит, что? Для страски-то его не пальнуть в него. То есть, чтобы не забывалось, все-таки уж бежал до конца тогда. Ну и как-то так. Час 07. Ай-яй-яй. Пау-вау-вау. Не, ну это мы сейчас распихаем. Ладно, это я сейчас сюда положу. А язык сюда. Двуствол. А, хотя что, вот и все. Вот уже место есть, окей. Так, вынуть. Сюда. Сразу от этого избавиться от всего. Казалось бы, простейшая задача. Не, ну понятно, что можно все это не лутать, всех их не убивать, ничего не делать, просто идти и сразу спасать нашего чувака. Ну, так же неинтересно. Так, забирай. Раз, два, три, четыре. Зубы 5. Почему эту хуйню нельзя продать? Пара-пара-пам. Стишки. Так, кстати, говорят, можно вот сюда стакнуть. Ну и все. Так, раз, два личинка. Три. Да, у меня 4 ее. Ну, в крайнем случае, может быть, пожертвовать, если что, своей, которая. Ну, если она совсем припрет. Здесь вот арбалет, вот давай мы тебе к арбалету и положим. Как тебе такая идея? Да, кстати, их реально все к арбалету положим. Хотя бы частично наведу здесь такую инвентаризацию. В большом счете даже вот так вот надо сделать. То есть, кстати, вот сюда стакнуть. О! Ну, другое же дело, арбалет вот так вот сюда, до конца. О, уже неплохо. Так, и, кстати говоря, да, коктейльчик молотого один вот сюда себе сразу поставим. Всем спасибо. Даже не знаю, у меня дроби мало, серебряные есть. Можно, в принципе, дробовик пока выложить. То есть для ближнего боя... Ну, давайте, наверное, так и сделаем. До ближнего боя. А что мы по деньгам? 1049. Там 300 с чем-то, по-моему, топорики стоили. Ой. Просто ну, тоже хочется ж потестить. Так, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давай вот сюда вот его. Да. И, соответственно, дробь сюда, сюда, сюда. Ну и вот немножечко к арбалетику примажемся, так сказать. Так, так, так. Еще патрончиков возьмем. Угу. О! Так, ну-ка, иди сюда, мать. А, стоп, да-да-да. Дробовик. Ножик, в принципе, тоже сюда. Вот так. Well, what are you... Я ничего не жду. Ну, попробуем, по крайней мере.
Ну, кстати, плохо, что он просто его кидает. Не... Ну, то есть ты отпускаешь кнопку, он его кидает. Если бы ты нажал, прицелился и потом нажать удар, и тогда бы он кидал, было бы лучше, потому что вдруг я передумал кидать. Ладно, спробуем томагавки. Дайте, что там-то, опять же, дозачистим то место. Уже я надеюсь, что есть просто такое углубление, такой, типа, ниши. Ща. Там больше никого нет. Я знаю, что вот там чувак ходит, но там... Там пусть ходит. А здесь могут быть всякие артефакты, ядрить их в корень. Да, вот, допустим, всякие ништяки, которые можно продать. Кто? Что? А, этот? Иди сюда. А. Хотя бы можешь сейчас потерять охоту. Пока будет сюда бежать. Да. Не захотел он ко мне забирать. Это... Ну, вы поняли. А, я думал, мешочек с деньгами. Эх. Облом. Дом. Ой, блядь! Ты откуда? Ты все-таки спрыгнул? Ну, в принципе, неплохо. В следующий раз потестим. Я хотел просто посмотреть, как прицел. Прицел есть. Куда-то сюда закрыл. Ну, по идее, здесь край карты должен быть, да. Либо стена вот так вот дальше, либо пропасть какая-нибудь. Я чё-то как-то, если честно, не особо. Я вроде как на... А, то есть край карты вон там, то есть здесь всё ещё можно ходить. Край карты, то есть мы туда наружу не заберемся просто, а тут еще можем походить. Ну ладно. Причем самое интересное, я же не знаю точно, где этот священник, как он выглядит, по крайней мере. Я так и не понял, все-таки этот мужик спустился? Как? Нахуя? Нахуя, а главное, зачем? Так, ладно, пойдем отсюда. Этих я тогда убивал. Повторно их убивать смысла сейчас нету, они мне мешаться не будут. Священник, он где-то там. Нихуя себе. Однако. Не успел. А значит, они сейчас часть тут зареспятся. Ладно, давайте тогда мы, собственно, в следующей серии продолжим, бог с ними. Да, ты все еще ступаешь по земле. А сколько их у меня? По-моему, я один проебал, да? Нет, не успел. Они как-то такие верткие, а в 30 FPS очень сложно, конечно, в них попасть. Поэтому говорю, давайте мы в следующей серии продолжим. Ссылка на плейлист будет в описании. Если проходите, подписывайтесь, ступайте. Мануэль, да, стоп, не проходите мимо. Забирай. А вот, жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления обо всех роликах. По возможности поддержите канал материально, ссылки все в описании. Вот так вот, проходите, подписывайтесь и так далее. Все, всем всего доброго, какие хорошие игры, всем пока.